Не, ну как бы Нива, не, честно говоря, Нива-то ехала вот так. А ну, так-то сложнее, чем вот так. Вот так, если брать по прямой, вот так, сложнее, чем отсюда. Думаешь? Только вот так, по прямой. Здесь диагонали больше, поэтому... А вот я тебе говорю, нет. Но это неинтересно. Вот так, вот отсюда сложнее. А не правее, ты говорил, ты вот сюда встань и вот так вот попробуй. По ямам если проехать, ты хрен залезешь. Серега! Вот смотри, вот так, правое так. Колесо туда, если упадет переднее, то заднее левое, вот смотри, где висит. Вот оно. Вот тебе диагональ. А здесь уже она ровная абсолютно дорога. Просто немножко под наклоном и все. Смотри, еще по ногам проедет. Ты давай вот сюда ближе. Плавать будет хорошо. Вот тебе вес, давай. Ты можешь снимать, а здесь не надо. Видишь? Чувак, чем сюда вот в эту сторону ровнее, тем сложнее. Какая разница, что он оттуда поедет, вот так, не въезжая на эту кубу. Ну вот смотри, переднее правое, заднее левое колесо. Смотри сюда, две ямы, видишь? Помнишь мультик Вивсла и Вувсла? Сейчас он сейчас раскопается. Дюралевый алюминий. Будешь не поешь, да, Игорек? Я ж чувствую, да. Попробуешь еще раз. Да. Да не, вот тут, вот так вот, вот так, вот здесь. Отойди, Дэн. Не, Игорёк, ты же сюда вот так по диагонали, вот так вот, да. Вон так вот, да, Все, сравняли ее. Ищите новую. Вон она. Не, ну там будет. Какой бугор? Вот. Да нет, ты что? Нет, он же это. Тебя можно будет закрутить вот так. Сначала туда его там дерево трется. Уже попроще. Красиво, прикольно. Сейчас еще пара машин будет нормальная. Сейчас заходим, еще раз. Сейчас